Да в студии? В тишо что Псючий там побудовал себе студию, я так понимаю? Что... Uh, Не, то я Псючему помог побудовать Ну я студию. так и понял. Так, але, типа, ну. uh, нет, то-то да, Ну у меня есть основная своя студия. Mm -hmm. Просто Псючий тут очень много времени занимал на ней. Mm -hmm. <laughs> и, и мы решили, что будет легче ему побудовать окрему студию, чтобы э... mm -hmm. этот... Ну и он же там себе придумал еще этот э, школу вокала, как-то Хаслер. Mm -hmm. Яковин назвал студию rolls, э, Voice, rolls Voice. Да, да, да. да. Ну он молодец. Красава, красава. У него, него же там столько учеников, что-то 11 или 12 учеников на постоянной основе ходит. Mm -hmm. я, я аж подофигел, если честно сейчас. Не, ну он Хаслер от Бога. Коротше, так, це я знав Шмару, з нами Сергій. Сергій. Хто в нас в устях? Скажи, сьогодні дуже важливий гість. Так, цікавий гість Іван, який нам має сьогодні розповісти дуже багато цікавого про реп. Хочу сказати, що Ваня це нове покоління продюсерів в Україні. Все. П -п -п перше покоління реп продюсерів. Так, так, так. Україні. Перше? Не ну, думаю, не перше, але э, пусть буде так. Так, ну, ти... не, пров... не, 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 не провокуй хуями обкладати когось там. Хто Та ні, не хуями ну, просто. Ми, ще, ми не досвідчені, він вже більше знає, хто там був, а ми ще не знаємо. Та я знаю про кого він каже. Я просто ну, ми ж не будемо <кій> до всіх з повагою. Хорошо. <кій> <кій> я, я, я почав згадувати ще більше реп-продюсерів. Давай. <кій> uh, ні, Ну потім ми uh -huh. до них перейдемо, коли будемо розмовляти далі. По ходу. А у меня, кстати, uh, мне было интересно, а вы делаете все на фристайле или у вас есть какая-то подготовка? Ну, минимально, минимально. Мы сегодня позвонили, я кажу, давай не будем про Алену вообще питань э, задавать, чтобы ну, прикол такой был. Он хотел тебя обломать, что все ждут на калуши что а мы ничего про не, не говорим, прикинь? Было бы круто, как ты думаешь? Да, это смешно. Но, нет, типа, как-то, ну... Який сенс. Ну, вирішили, вирішили ви відказатися. да, да. Венді, да. <рес> Венді мене в але але Сергій завжди любить питати за гроші. Я йому дав повну свободу, він може в тебе питати за любі суми, які він хоче сьогодні. Так, Давай, він, він. Він, він завжди мені ну, не дозволяє, а потім вирізає оці куски про ага. гроші. Бо він не, не розуміє. Я таку створюю прайс прайс. Лист такий для того, щоб люди змогли зайти, подивитись прайс і зом, замовити собі якісь послуги. Скільки коштує в середньому кліп? А, звазу давай з давай. Альони або калоша? Ну, в принципі. В среднем. Даже Калуша интереснее. В среднем. Знаешь, э, честно тебе скажу, нема в среднем. Потому что у нас от клипа к клипу иногда э, разница где-то в 10 раз может быть. Тогда давай точково. Э, Первый, э, не маринуй, сколько коштував? Э, где-то чуть меньше 2000 долларов. Нет, там тысячу чем-то. Да. Горы гори, uh, гори стоил где-то 10. Ну, ось мы маємо uh, ВДЛ uh, да, до да. 10. Так, але, але чему горы 10? Чему так дорого? Ну, потому что там огромная экспедиция людей ехала в горы на 3-4 дня. То есть там больше всего денег мы потратили на перевоз этой экспедиции, на. Поселение, питание. А там же ж, э, дорогой коптер, какой-то там. А, ну, я не очень шарю, я знаю, что это дорогой коптер был. Вот. Но мы делали, там же ж был product плейсмент, поэтому своих денег мы почти не потратили. Ну круто. Да. То есть, когда у нас есть product плейсмент, то, как правило, у нас клипы э, дороже стоят. Когда у нас product плейсмента -то нет, тогда мы на бомжах пытаемся. А, а с водою, як туди. С водою. Да. <laughs> ну там клип ж дешевый, вот видвеб, то винж дешевый, типа. Ну, смотри, э, не знаю, насколько вин дешевый. И я вот про этот клип не могу тебе сказать, сколько он стоит, потому что мы договаривались э, с. Э мультипликатором, с которым мы делали, он для нас делал достаточно friendly price, но это не дешевый мультипликатор. Саша Даниленко — это клевый мультипликатор, живущий в Америке, и как бы поэтому я бы не сказал, что мультики, которые он рисует, они дешевые. Он кажется вроде дешевый, да, может быть, но это на самом деле вообще непростая а, мультипликация. Она очень сложная и долго делается. Он делался три Там в перемішку з реальними кадрами воно. Так, так, так. даже кадри знімали. Це як націальні. мультик був, коли той кролик з мультика від Майкла фут... Джорданом, так, так, щось типу того. Це ж так само зроблено. Мультики, потім є дуже крутий трек за участю крутих реперів. <кхем> Я про Метода, LL Cool D. Ага. Це ж вони саундтрек до цього мультику робили. Добре, дивись, Ваня, у мене є до тебе таке питання. Воно виникло в мене вчора. Вчора я релізив свій трек, не знаю, чи ти чув з дельту і з довгим псом. Ну, фітак ми зробили. Блін, не встиг, не угу. успів послухати. Ну послухай, цікаво, так. Я бачив, навіть Альона, вроді там у себе розміщала, його, так? Да? Так, да, вона супортнула, так, да, дякую, Алені. Угу. Ну, я у його і заметив, так. Да. Угу. Дивись, у мене о таке запитання. Я типа, ми ж на всі стрімінги закинули, і пацани в мене питають, а ти що на SoundCloud не кинув? А я типу кажу, а якого біса закидувати на SoundCloud? Типу, ну, нехай привикають, що купляти треба. Розкажи ну, я... мені, як має бути. Чи... Але все-таки я за. Я закинув на Soundcloud і там найбільше прослуховань. Ну, короче, як Смотри, бути? риторический вопрос. Я, если честно, я за SoundCloud. В моей команде меня не все далеко поддерживают, если честно. Um... Ну, глобально, наверное, SoundCloud это плохо, потому что он убивает стриминги. Но в стране, в которой и так стримингов нет, то есть, давай я тебе объясню, по официальной статистике, не знаю, изменилась ли она, но это я слышал эту информацию год назад, что официальная статистика, что в Украине полтора процента людей слушают музыку за деньги. И теперь... Это реально, это не шутки, не это прям факты, вот. И из этих полтора процентов людей теперь посчитай, какой процент людей слушает рэп? Рэп, да. А, а какой там слушает из них еще твои треки. Еще вот. вандишмабы и шакостам, да, да. Да, да. И кто из них слушает И поэтому с точки зрения Типа, вообще надо не выкладывать на SoundCloud, да, чтобы люди все шли туда. Но с точки зрения, что ты настолько срезаешь свою аудиторию жестко, что ты сейчас э, пытаешься закрыть свой SoundCloud, чтобы 0,001% людей послушали типа твои песни э, за деньги на Apple Music, я думаю для начинающего артиста это плохая стратегия. Я думаю, что для начинающего артиста есть смысл все-таки выкладывать треки на SoundCloud, потому что все-таки э, там гораздо больше, чем полтора процента людей тусуется, особенно из твоей потенциальной аудитории, и э, там может быть классная популяризация песен. Я просто помню, когда мы пока что еще работали без лейблов, то э, там песни на SoundCloud собирали больше 100 тысяч прослушиваний. Это дофига у них. Это только мы начинали. Просто когда мы уже запартнерились с большими лейблами, то, к сожалению, лейблы запрещают размещать треки на SoundCloud. Е. То есть э, поэтому мы их и не размещаем. То есть, была бы моя воля, я бы, наверное, размещал. вот э, Но, да, Но все большие серьезные лейблы они не разрешают. Викладувати треки на SoundCloud. Клауді. Так. Ну, ми його дарма запросили, він дуже багато тепер буде балакати. Ми з тобою навіть. Ні, не але скажемо, він все що... сказав, навіть нема що додати. Я, я, я хочу додати. Е, ти, мабуть, не читав мій пост про піратство. І чому піратство це чудово? Ось зайди почитай там, ну, приблизно те, що Ваня каже. <кхід> Справа в тому, що. Е, Продаваться на стримингах для человека, э, у якої невелика аудиторія, аудитория, не имеет смысла вообще, там, вот, э, например, ты сам знаешь сколько заработал твой э, ничего особистого альбом минулорічний. майже ничего не заработал, понимаешь? О, а и... давайте по цифрам, теперь вы расскажите сколько он заработал. 40 с чем-то баксов где-то, и вже они уже потратились, бо треба було было на тюнкові ну, речную mm -hmm. теплоту. Корачі, я в нулі. <смі> я в нулі. <смі> а, а, а скільки я вложив собі? <смі> Ти тільки за тарифний план заплатив більше. І, і тому краще рухатись е, ну, взагалі артистам, у яких невеликі аудиторії, краще е, рухатись. Там, де є їх аудиторія, якщо вона є на SoundCloud, і, а реп слухають на Саундклауді і на Ютубі український, здебільшого. Тому треба... На Ютубі український? Ютуба українська! Український реп слухають на Ютубі і на SoundCloud, і тому ось саме там треба просуватись. Звісно, коли ти вже артист, якого чекають альбоми, якийсь топовий артист, і ти прям ну, сидиш і в тебе там. Мандраж, ти очікуєш альбом, вимагаєш від нього альбом. Тоді ти можеш закривати на SoundCloud і люди будуть е ну, і іти в стрімінги і купувати. А для артистів невеликого, якби, <кхм> невеликого розміру е взагалі не актуальна ця тема антипіратства, як я називаю. Тому е краще рухатись взагалі. Суто на SoundCloud, а коли в тебе вже буде е, крута аудиторія, то ти можеш. Ну, е, як? Не суто. Я, наприклад, е, слухав довгий час музло в Apple Music. Е, мені дуже подобалось. Потім мені Apple Music щось набрид. Е, я почав слухати музло, YouTube Premium собі купив підписку і там слухав. А тепер я слухаю у Spotify. Е, тому ну, треба бути всюди присутнім, але. Е, був час, коли я взагалі музику не слухав, е, слухав аудіокнижки. Тому мені взагалі ці стрімінги не актуальні були, я не купував. Але коли з'являвся якийсь цікавий альбом, я перше, що робив, йшов його шукав на SoundCloud. Тут просто питання монетизації. Як ти хочеш монетизувати свою творчість, ти ж, е, ну, ось 40 баксів ти заробив, е, це ж не монетизація взагалі. Ти маєш монетизуватися якимось іншим чином. Ну, с это какие есть концерты там. Могу сказать, как это происходит в основном в СНГ. Давай. То есть, это концерты и реклама. То есть, как правило, там во всех, ну, в большинстве лейблов и у всех, у кого я интересовался, вот концерты и реклама, они составляют где-то там 80, а порой 90% всей прибыли артиста. В СНГ, ну, в СНГ, да, но, ну даже не в СНГ, в Украине, скорее, уже, я думаю, в России начинается по-другому, потому что туда все-таки стриминги уже добрались, вот в отличие от Украины. Нещедавно статья выходила, что и в Британии там музыканты очень мало зарабатывают грошей через стриминги. Да. На самом деле. Там 90% музикантів щось менше 100 баксів заробляють при тому, що в них там по мільйону прослуховувань. А така чого так? Така ситуація. Я, я, я не знаю, я так просто прочитав цю статтю і запам'ятав ці цифри. Е, можна від, відшукати, хто захоче і почитає цю статтю. Я пам'ятаю, як. Е, е, Янікс. Как-то сказал, там довго долго не смотрел свою монетизацию через стриминги и зашел, а там в него, он уже популярный был, там много прослушиваний, он зашел каже в у 100 баксов там монетизации в целом. Интересно, не знаю, как, как это происходит, но я просто, я какие-то цифры тоже знаю каких-то артистов и знаю, что в принципе в России уже приносят нормально стриминги. Ну, это было несколько років в тому. Зараз, звичайно там нормально зарабатывают топовые артисты. Вот, ну когда-то и у нас так будет. Я думаю, надо просто как бы... Все равно все к этому понемножку идет. Я думаю, надо просто стимулировать это. И, мне кажется, там 3-5 лет, ну, максимум 10, и доберутся стриминги до нас. Ну, стрімінги це таке. Мені 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 подобається концепція ось реклами, як ти сказав. У вас там в кліпах е багато рекламної, ну одна рекламна інтеграція, така явна. але е її дуже багато. Не знаю. Ну, спрайту але... дуже багато воді. А я там. думаю, я думаю, що багато людей хотіли б теж робити інтеграцію. Мені подобається, як викупив фішку дядя Вова. Він не пішов е до Кока-Коли просити рекламну інтеграцію, а він з місцевими чуваками е робить там е для сайту е автомобільного, там, для барбершопу. І це теж прикольно, тому що він може зробити як якийсь тричок, записати відосик і отримати на це кошти від якогось локального. Е Спонсора. То есть, такую локальную интеграцию. О, прикольно, я не знал, красавчик. Я думаю, это круто. Но, я считаю, смотри, я считаю, на самом деле, музыкант должен зарабатывать стримингами. Просто 20, 20 лет назад все, все там продавали свои кассеты и диски, и, в принципе, музыкант, который делает музыку, которую слушает, зарабатывал деньги. То есть, по сути, это... А сейчас происходит так, что там пекарь, который печет хлеб, его хлеб просто разбирают бесплатно, постоянно. И... И поэтому я считаю, что это логично. Ты создал музыку, за нее заплатил тот, кто послушал. Вот. И поэтому мне кажется, что и, ну, должно все идти к тому, что все-таки стриминги, они позволяли а, музыканту не работать с рекламой, если он не хочет. Просто не всем близка идея работать с рекламными брендами. А, я знаю нескольких артистов, которые чисто принципиально у них никогда нет никакой рекламы. Если не ошибаюсь, Макс Корж один из них. Вот. У него и фитов нет ни с кем, нет рекламы. Ну, у него много чего нету. Вот. И мне он нравится своей принципиальностью. То есть я думаю, что это тоже круто. Это тоже путь, и это клевый путь. Просто в таком случае должна быть какая-то альтернатива, чем ты можешь зарабатывать. И стриминги, мне кажется, это круто. Опять же, я слышал информацию, не знаю, насколько это правда, что те же там Мияги, они порой там берут огромные себе куски времени, когда они вообще не концертируют. То есть там mm. вплоть до того, что там чуть ли не год могут не ездить никуда, потому что стриминги им это позволяют. Но я не проверял эту информацию, поэтому это всего лишь какие-то там отголоски, которые до меня доходили. Мияги тут меня в Ирландии даже слухают. Я у меня чувак один с работы подвоз, у него в машине Мияги играет. Прикинь, ты. Про... Ну, он, он и топовые артисты, тому Так, але вони, вони в тусі взагалі не світяться, їх подивись, їх на Ютубі ніде немає. Вони собі просто роблять реп. Їх всіх знають, але вони, ну розумієш, вони типу. А що ти маєш на увазі на Ютубі Ні, ніде нема? Ну, їх, ну подивись, де вони є? Там різні Багато репери, та виходить, До дудя чи... там ходять інтерв'ю, дають а, або в якісь там маєш... комедійні шови. Їх взагалі ніде нема. Ну от Макс Кор же такий да. же, так. Це тому, що вони зараз вир... виросли, а я чув інформацію, що вони там скупили новий реп-паблік ВКонтакті, і там їх просто форсили-форсили. Як свого часу форсили the flow фараона, так і їх форсили, до того, що вони зараз топові артисти. Ну і нехай так, і що в тому погано? Ні, ні, це, це прикольно. Я ж не кажу, що це погано. Я ж навпаки за те, щоб люди себе просували всіми методами. Чуш, я пропоную поговорить с Ваней трошки про Калуш. Дуже ж цікавий гурт, правда. Ваня, скажи, я просто... Давай. Хочу... Я так думав про Калуш, аналізував, так, і, і я просто прийшов до того, що це просто ідеально продумана стратегія гурту, розумієш? Там, типу, Калуш це такий гурт, який ну, не має права на помилок. Розумієш? Там є псючий син, син, який завжди стабільно навалює, так, круто. І є якісь ну, чуваки, там, килемені, які міняються і кожен раз, а псючий вміє підстроюватись під кожного з них. І весь час виходить ідеальний трек, розумієш? Типу не не мав тебе Сергій не такої весь час думки. є треки провальні ми з тобою ну знаємо. є але але ну але по ідеї мало би бути так розумієш круті тіпи до яких до яких <світ> ну, підключається <світ> псючий син і весь час хід кожен кожен новий трек хід Ну, але в принципе, майже так и выходит вот сейчас, потому что мало треки. Согласен. Смотри, я я вообще как это все родилась эта идея с Киллыменом, если вам интересно. Интересно, да. Получилось так, что я когда-то когда работал с Аленой, я читал комментарии в Фейсбуке, чтобы откалиброваться, кто там что пишет. И один чувак, которого я очень уважаю, это Павло Читайло. Это такой фольклорист классный. У него группа запаска есть. Ну, в общем, я, я уважаю его творчество. Все, что он делает, он уже взрослый мужик. И он что-то там написал. Ему не понравилось творчество Алены. И он сказал, что он за такой настоящий, аутентичный украинский рэп. И ему кто-то задал вопрос, а что же по-твоему настоящий, аутентичный украинский рэп? И он скинул ссылочку ⁇ Псючий сын Торба ⁇ альбом. Ага. Мне просто стало интересно, потому что я уважаю этого человека, что же он... Я до этого никогда не слушал псючего сына. Но ну, меня очень впечатлило, и я в этом действительно увидел некий этнокод. Этнокод в том, что э, Олег изобрел какой-то свой э, стиль читки, да, э, туда вплел и сленг Калужский, и сленг свой пацанский, и какие-то там э, просто слова паразиты, типа перебиты, там. Э, но он создал какую-то свою, как бы прям экосистему рэперскую, не знаю, я прям погрузился так в этот альбом, я его месяц, наверное, ездил в тачке слушал Торбу, а, и мне захотелось познакомиться. Когда мы со, с Олегом познакомились, он мне еще очень понравился как человек, потому что он такой хаслер, оказалось, что у него четыре работы, он там, там где-то кольца льет из бетона, там вкладывает в биткоин, там еще что-то, то есть он прямо, ну короче, он супер хаслер, я не ожидал, я думаю, ну класс, для рэпера это супер качество на самом деле. Он будет очень успешным Да, и когда мы мы с Олежей уже сели и, и вместе думали как бы как запустить его творчество, то есть когда мы сошлись на том, что давай вместе теперь попробуем это все качнуть. А то мы пришли к тому вместе, что э, действительно его треки, когда пришли изначально, мы думали просто, чтобы он сольно валил треки. Он мне просто скинул пять треков, и они все как один. Но в плане того, что понимаешь, когда нет припевов, нету... Его читка сейчас монотонно. Да, просто у него читка достаточно... Она крутая, она мне очень сильно нравится, но когда, типа, кроме этой читки ничего нет, то я понимаю, что это достаточно быстро надоест слушать. И была идея, сначала мы хотели пригласить нашим Ворика в команду. Вы хотели так, как альбом они двое сделали, чтобы сейчас так и было, Да, и так да, было. да, да, yeah. да, потому что Ворик это ж типа Кореш очень близкий. Олега, а Олег. Там Олег вообще... в них, вони его... Ну да. И Олег, слушай, для Олега это лучший рэпер в мире. Mm -hmm. Олег для себя так. То есть он до сих пор переслушивает все треки Ворика. Он говорит: до сих пор я не слушал в мире лучше рэпера, чем Ворик. То mm -hmm. есть у Олега прям ну и они прям там они супер-кинты. А, я с Вориком тоже познакомился. Он очень крутой тип. Просто Ворик вообще ему не интересно быть артистом, абсолютно не интересно. Он это рассматривает исключительно как хобби. Его вообще, то есть при том, что у, у нас с ним очень взаимоуважительные отношения, он мне подгоняет то биты, то какие-то припевчики, там, ну. У нас, короче, идет такой очень клевый взаимообмен и общение с ним. Мы там что-то можем обсудить, но он, да, именно становиться артистом и быть частью группы он не захотел не то, что именно группы Kalush, а какой-либо вообще группы. И ну и объяснил свои принципы и почему что и как. И поэтому от а так какого-то прям кандидата второго на группу у Олега не особо было. И мы как бы родилась идея киллэмэна, то есть это такой собирательный образ, то есть мы, мы решили, что мы всяких кинтов будем, Олегиных залетать на киллэмэна, а и киллэмэн это будет собирательный образ, в который может попадать кто угодно вот и, э, и таким образом все время треки будут не скучно слушать потому что они будут разнообразные клевые. ну и игорька мы тоже подтянули для того чтобы в этом была еще какая-то музыкальность чтобы это не только бит и рэп потому что игорек играет на 23 музыкальных инструментах, чтобы в этом была какая-то ну чтобы это был более музыкальный проект э, нежели просто э, рэп рэп вот, и, да, вот так оно все, все так и закрутилось, потом поех... И поэтому, да, действительно, эта концепция, она очень гибкая, она позволяет, типа, делать самые разные треки. И мы с Олежей постоянно экспериментируем. То Олеже хочется сделать какую-то лирику, делаем лирику, то какие-то боевики. То есть, на самом деле, Олег генерирует изначально идеи, а я уже ему помогаю их качественно реализовать, как сам продюсер. Пытание, А вот э, те, что богатым здається, что это иллюзия на грибы, потому что ну визуально мается на увазе. о Мы мы не ставили себе цель типа э, делать э, проект аля грибы, потому что я я верю в то, что э, никогда не будет второго скрябина, второго Потапа, вторых грибов, я не знаю, второго тупака. Э, э, каждая как бы творческая личность она уникальна и вот когда в ней есть уникальность то только тогда э, она может там стать каким-то историческим именем вот и поэтому просто брать э, какой-то проект и делать типа того проекта нет серьезно абсолютно не было такой цели просто даже розовая панама она появилась исключительно на съемке клипа то есть э, наш стилист Аня Велосипедова притянула Олегу три головных убора на клип это была кепка, такая пацанская это была панама и какой, я не помню, шапка или что-то еще просто Олег примерил все три штуки такой, о, панама по-моему круче всего залетает, класс, все это в клипе Маринуй было, не Маринуй и мы сняли с этой Панамы. А потом у кого-то, я не помню, по-моему, даже у Олега пришла идея, а давай все время в этой Панаме залетать. То есть Панама, то, что это три человека, это то, что как бы делает эти группы похожими. Но ни музыка, ни направление, ни Музыкальный референсы ничего больше не делают, мне кажется, эти группы. Нет, Музло вообще не схоже, не про это, само про визуальный. А слушай, э, такое питание: вот ты думаешь, насколько важливо вообще э, визуально складова насколько важливо для артиста? Думаю, что важливо. Тут вопрос только, умеет ли артист сами его себе придумать или нет. Я думаю, что это важно, потому что все там какие-то клевые чуваки, ну не все, но большинство, они имеют какой-то свой стилек визуальный тоже. В рэпе особенно это всегда было так. То есть Потап носил... Потап. <laughs> Тупак, рэпе. я хотел сказать. <laughs> да. Перепутал Потапа с Тупаком. Ого, то вообще по Фрейду, ну. Да, да, да. Тупак носил бандану, который узелком на лбу завязывал, да. А, У эти такие уточки, гоповские кепочки, знаешь. У всех есть какая-то своя фишечка, если мы начнем там вспоминать, там Cypress все время в Панаме, то есть какой-то свой стилек и своя уникальность в визуале всегда присутствует у артистов, особенно хип-хоп артистов. Вот же питание, а чему в тебе не мае этой визуальной какой-то штуки? У меня лично? А ну я же не артист. Чекай, ну давай, так, бувар, 에, давай так, я просто перечислю Діктум фактум, фан к а. сальто назад. 에, ну, все. Ну, <реш> Далі. Да, ну у мене намного більше було рэп груп, в которых я не Ну участвув. я просто взяв ти, ті, які ну, наведу, ті, як ти які чув. Просто... А Сергій не, не підготувався, не підготувався. Не, подготовился. Это я просто ки, ки, да, по да, памяти. Да. Почему у меня не было? Ну, потому что, чувак, я же не был тогда менеджером. Я никогда об этом не задумывался. Я был таким же 17-летним артистом, которым просто читал рэп, что-то там выдумывал, писал. Никакого понятия о брендинге, э, имидже, маркетинге у меня не было. Как и у большинства молодых артистов сейчас. То есть я... Никогда не думал, что это важно. Уже просто я себя когда перепрофилировал в менеджера, и я начал читать очень много книг про менеджмент, маркетинг, брендинг. У меня был период, что я прям без перестану их читал. И я уже понял, насколько это важно. Меня, как бы, особенно там какие-то книги по брендингу, они очень сильно как бы поменяли мой подход ко всему. И просто я знаю, что есть артисты, которые могут сами себе придумать имидж. И это я считаю очень круто. Когда вот он настолько самобытен, что он даже визуал себе может сам придумать. Но, к сожалению, это не всегда так бывает, потому что зачастую там артисты из провинции, они не обладают каким-то широким взглядом на... Uh... Брендинг, я не знаю, как ну, это. Ну так, так, поэтому... да, И для них надо просто тогда искать специалиста, который поможет им вместе с ними это придумать. Вот у нас есть такая Аня Велосипедова, это девочка, кстати, с которой Алена там уже много лет, они снимают вместе квартиру, ну просто живут в соседних комнатах. А Аня, она крутой стилист, крутой режиссер, ну я вообще фанат ее творчества уже много лет. И она, типа, наш кореш, она в нашем крю, и она вот, помогает нашим артистам помочь найти им их о, имидж. Она разработала человека ковра, как бы э, она автор Алениной гульки, она автор э, Олегиной Панамы. А бы тебе была, э, ну, э, кол, Коло, спілкування Саша Тап, ну він взагалі э, там в 12-му, році, здається, я його перша ось побачив. А я риба, кліп ваш. Він вже выглядел. ну, ты, не, не на нього і не думав, що тобі теж треба якось виглядати? Таким... Ну, вот Саша Тап, он из тех, кто сам себе формирует имидж. И это очень круто. Он из тех артистов, для кого кто там перед тем, чтобы выйти на улицу просто, может там 40 минут мерить, какая шкепочка лучше. Ну и, так, в, в него есть стиль вот Да, да. Он, он придает очень большое значение тому, как он выглядит. И это было всегда еще, когда мы там на бомжах с ним где-то лазили, он даже что-то там на секонде находил, и ему очень важно было как, поэтому он сам себе имиджмейкер. Это тот редкий случай, когда артист типа создает сам свой визуальный имидж. Нет, я, я просто смотрел на Таба и восхищался ним. Я не думал о том, что мне нужно быть так. Я же в группе Сальто назад, когда я там читал рэп, я появился там вообще случайно. Я там изначально не планировался как участник. То есть это группа, которую я собрал, и я ее хотел просто сам продюсировать вместе с сыром. Там изначально был рэпер Кури Картон и Саша Таб. И первые песни, это даже рыба, самая изначально в интернете есть версия, она без меня. Она вот с кури картоном. Короче, был классный рэпер. Я фанат это Абалонский рэпер. И, а мы просто. Я писал тексты Саши Табу, потому что он не умеет себе писать тексты. То есть я писал все тексты группы Сальто назад абсолютно, кроме одного, один написал Женя Мяч. А, вот, и, а как бы, а Сыр писал музло, ну, и мы с Сыром, я тоже писал музло каких-то песен, просто меньше, чем Сыр, а чаще писал Сыр, вот, и, а потом просто Курикартон покинул нас, понял, резко, он передумал читать рэп, решил завязать с карьерой рэпера, и надо было что-то делать, надо было как-то, а мы уже там альбом дописывали, и, типа... Мы понимали, мы сейчас выпустим этот альбом, а кто выступать будет с этими партами. Пришлось его парты поудалять, и мне быстренько, поскольку я тоже читал рэп, э, как-никак, я быстренько поперечитывал и туда ворвался. Поэтому это было вообще моя, Ну, это была случайность, что я попал как участник в эту группу. Я какое-то время побыл в ней как участник, а потом точно так выпрыгнул, потому что понял, что э, ну, мне лучше все-таки оставаться за кадром, и потом уже дальше все эти песни о маму и так далее уже меня там не было. Слушай, я пропоную, давайте мы с Олександром, э, мабуть, запросим на подкаст, если он э, не відмовить нам, и мы ему позадаем про него запитання. Кому? Саша еще... Табу? Так, мы да, да, да позадавайте. я, Смотри, я с ним, как с музыкантом, уже давно не работаю. Но мы дружим, потому что я крестный отец его ребенка, и мы с семьями дружим. Мы периодически видимся там, ну, порой я даю какие-то советы или какие-то там. Так, почекай, вы же на Рукодилля че Рукодилла, ты ждали, далее с ними працюешь там, не? Не-не-не, вообще нету, как лейбла. Видишь, ты не все про меня знаешь. Рукодиля уже давно не существует. Так, смотри, если бы я работал с Сальто назад, то у Сальта назад бы выпуска... выходили бы клипы, ты бы слышал о назад. А, сальто назад уже не работаю несколько лет. А, а... Рукодиля, вот когда была активность у Рукодиля, тогда этот лейбл и существовал. Потом он, он уже давно прекратил свое существование, когда появился... В 17-м после Евробачения, так? Ну, чуть позднее. Вот, собственно, вся команда Рукодилы, та, что осталась, она перешла в Энку. Угу. А Рукодила мы оставили как благотворительная платформа. Это уже не лейбл. То есть периодически, да, мы там выпускали какие-то клипы Электромеда, еще чьи-то. Это Происходит так, если нам нравятся какие-то ребята. Мы хотим им просто безвозмездно помочь. Снять им клип, там, записать им несколько песен и подарить. То мы это делаем. А, а поскольку им надо эти треки где-то грузить, а, то у нас остался кабинет от Рукодила. понял? Мы до сих пор можем через Рукодила как лейбл загружать песни на все платформы. То мы просто через Рукодила и грузим. Ну и у себя там на страничке, на которой тысяча подписчиков а, а, выкладываем. А, но Рукодила мы просто решили это оставить как благотворительную платформу для музыкантов. И потом, когда у меня чуть-чуть будет больше ресурсов и больше времени, я займусь тем, что рукодело полностью перепрофилирую в благотворительный музыкальный фонд, который будет заниматься помощью музыкантам, То есть э, финансировать как просто меценат э, клипы, песни, записи, альбомов тем, кому мы считаем талантливыми, но с кем мы не видим смысла работать в режиме лейбла «Энка». Mm -hmm. Кстати, за лейбл энка тоже очень важное питание, интересное очень для меня. От весь, колись ми з тобою говорили, ти розказував, що от, лейбл, у вас там будуть різні опції для різних виконавців, е, з кожним yes. договоритись по-іншому. так? От в мене таке питання, чи можна, от, наприклад, ви не хочете зі мною контракт підписувати, так? я вам не підходжу. Але я назбирав якусь суму там, грошей, я би хотів зняти крутий кліп, і просто е, щоб ваша команда зайнялась моїм промоушеном, і ми випустили разом з вашим лейблом. на Сенгеллаб альбом, але без контракту, чем можно? Так, Чи можно арендовать вашу команду? Я имею в виду. Ну, чисто теоретически можно. Мы еще так не работали. Просто э, все зависит от материала и от того, как э, мы вообще в будущем как эти. Мы хотим, чтобы были некие, как бы, как тарифные планы, да, условно говоря. То есть, если э, все же э, Артист может заключить с нами договоренности в зависимости от того, что ему от нас нужно. Если ему от нас нужно все, то есть и инвестирование, и аудио, видео, и продвижение, пиар, СММ, то это один подход. И мы, если честно, хотим от него уходить, потому что это очень энергозатратно. А если ему нужен, допустим, только пиар или СММ, или только там какое-то небольшое инвестирование и аудиопродакшн или ну или только букинг допустим то есть то в соответствии с этим тарифным планом мы претендуем на какую-то там долю от, от какого-то из видов доходов э, э, и предоставляем эти услуги. Но это только в том случае, если мы в этого артиста очень сильно верим, если мы знаем, мы видим, что у него хватает там своих скиллов или своих инвестиций, или своего какого-то там крутого аудио-видео-продакшена, что он по любому себя раскачает и это будет иметь смысл и э, ну и слушателя иметь и какую-то коммерческую отдачу иметь. То в таком как бы контексте мы готовы предоставить какой-то небольшой как бы буст э, и небольшой спектр услуг за за условно небольшую долю от проекта да uh -huh. вот мы так хотим но понимаешь в этом как бы быстро меняющимся во-первых мире плюс э, в украинских реалиях плюс в том что сейчас происходит с коронавирусом мы еще не запустили э, как бы скажем так в открытую эти все там, способы сотрудничества и тарифные планы, но мы какие-то микротесты уже делаем, я тебе скажу. То есть мы периодически, э, если видим, что о, кто-то прикольный, мы решили сейчас для себя такую стратегию, что мы будем там кому-то помогать делать один сингл и клип, допустим, э, такими минимальными усилиями его запускать, и смотреть вообще, что происходит. И главное, наблюдать за тем, как артист общается со своей аудиторией. То есть есть еще большая проблема, что артист не умеет держать свою аудиторию, не умеет, условно говоря, быть блогером. Многие воспринимают эту фразу очень жестко, типа, что музыкант не должен быть блогером. Я так не считаю. Я считаю, в 2020 году, в принципе, он должен быть блогером. Но есть... Музыкант не может быть не блогером только в случае если он супер талантлив. Это как группа Один в Каное, да? Когда у тебя есть просто невероятный какой-то скилл, у тебя невероятный талант написания песен, тогда ты можешь вообще не общаться со своей аудиторией а, и, и это будет иметь успех. Во всех остальных, ну это знаешь, это один на миллион, это какие-то там фениксы, которые рождаются раз в тысячелетие. А, все остальные артисты, они должны уметь быть э, виральными и общаться со своей аудиторией через свои соцсети. Только тогда, потому что в этом как бы потоке информации нужно все время быть э, на слуху. Кстати, рыбовчет, 20 псючий научился, У него там 10 стовес на на морозе вообще такой Слушай, я с этого чувака просто валенью, если честно. У него за полгода не было ни одного выходного. Mm -hmm. по его инициативе. То есть он мне постоянно говорит, бро, у меня же не было ни одного выходного за полгода. Я говорю, так кто тебе виноват? Я говорю, тебе кто-то говорил, чтобы у тебя не было ни одного выходного? Я говорю, это же твой выбор. А, так херячить, типа. Но он говорит, ну да, правда, типа. Потому что даже если вдруг у него нет какого-то дела, он быстро себе придумает. Он быстро создаст там школу вокала или найдет какого-то рэпера, с ним что-то запишет, какого-то блогера, кого-то еще. То есть он просто типа у него реальное шило в жопе, он, он очень целеустремленный пацан. Просто невероятно. Да. Красава. Слухай, не выпуск, <связь> просто пропаганда, рекламный. Подкаст про псука выходит. Не, ну слушай, было бы тупо, если бы я типа э, там не восхищался артистами, с которыми я работаю. Я что выбирал, э, с кем работать под себя, с кем мне удобно работать. Э, и те качества, которые меня восхищают, понимаешь, для меня у нас такой комьюнити, у нас такая как микросемья. Мы э, но внутри у нас на самом деле мы очень тесно все общаемся, там генерируем вместе идеи. Э, вот для меня очень важно, чтобы это была такая атмосфера. Так и взагалі стосунки продюсеров и артисты дуже важливі, бо ну, можно сколько есть вариантов, что пересварились там и взагалі ничего не вышло. Тому, я думаю, тому ты так дуже подходишь до своих артистам, с кем працювати, с кем не типа правильно делаешь. А, що знаєш про Калуш я зауважив, що я хотів сказати. Це дуже вигідна стратегія, бо. Тоді Калуш ну, не розпадеться як гребе, розумієш, не буде такого, бо там один псучий син. Ну, логічно. Так, так, Ніхто не буде казати, що от, типа, мені не вистачає уваги, так. Так ты тут и неофиційно. Да, килимен останется навечно, так, и Псучи так, тоже, так. Да. Ну, Кто бы. Ну Игорек, я думаю, тоже, да. Так что Калу, что вообще идеальный, короче, план. Расскажи ты мне теперь, а что, когда у тебя будет по творчеству? А я Какие вот у тебя планы? Я готую, готую демки. Я тебе скину послушать, ты хочешь? да, да, в мене дуже. є один е, я зробив такий, як ти мені коли сказав, що треба робити більше співати. Я, в принципі, так і сам почав робити. Але в мене є один музон, який я думаю, що це максимально хід. Я кому не скидаю, всі кажуть, що це хід, так що о, клас, ти можеш поставити? Так, да, я тобі скину. І от я чому пробував в тебе попрацювати зенко? Бо в мене є план, як тільки закінчиться карантин і все, щоб я з вами попрацював. У меня есть бюджет, Слушай, я могу выделить, и вот будем говорить. Так? Класс, показывай все, я класс, угу. я буду очень рад. Потому что мне нравится то, что ты делаешь, и я думаю, что. Ну, прикольно. Знаешь, что мне сильно понравилось? Мне понравилось, как ты начал вести свои соцсети. Ой, вот тоже хим... жестко. але, але я такие, как я, типа, че я мою Вот это круто, чувак! No. Это наоборот круто. Это типа... Понимаешь, это то, о чем я говорил. Артисту нужно быть самому себе имиджмейкеру. Mm -hmm. Ты должен выбрать свой стайл, типа, ведения своих соцсетей, почувствовать свою аудиторию и с ними... Просто вот эти твои жесткие истории про то, как ты там перед дознулся э, амфетамином э, э, ну мне я прям с восторгом читал потому что это очень искренне очень смело и это интересно это не какая-то типа поверхностная высосанная из пальца инфа типа мало артистов готовы вот так выкладывать единственное что я тебе советовал бы это иметь в этом некую стабильность угу. то есть э, делать не так чтобы это у тебя Щоб не пропадать вообще, щоб це тупо з одинакової стабільністю у тебе, відходило. тому що це очень круто. Ну я тим займаюсь. зараз я вот фотки роблю. Весь час, типу. Я просто боюсь, що я можу забагато правди розказати і в один момент э, просто люди мене зненавидять, я щось не то скажу. Розумієш? Або... Не думаю, не думаю, не думаю. Або просто я щось скажу і потім вийде, що я якийсь посміховичку. Можна просто ляпнути разок, не подумавши і все розумієш. Я тому не знаю, я его что... Его Но даже это же всегда можно потом перекрутить в свою пользу. Mm -hmm. Не знаю. Мне кажется, что... Я тут звернусь до компании Enco, чтобы помогла мне перекрутить в свою пользу. <laughs> 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 чи ж ты был в Америке? Сколько месяцев, скажи, чи поменяла тебя Америка? Ну точно ж поменяла. Я ж случайно туда попал. Ну как, я типа поехал вести Алену на музыкальную конференцию. Нас пригласили SXSW, это одна из самых больших американских конференций. То есть нам выслали билеты, там приглашение, чтобы мы туда поехали с Аленой Аленой. И чтобы Алена там выступила. А, и мы решили, я решил, что я полечу на недельку раньше всей команды для того, чтобы погулять по Америке. Ну раз уже, типа, там нам дали визы, знаешь, и есть такой шанс, э, типа я там никогда не был, то есть смысл, потому что потом нельзя было остаться, потому что у нас потом был концерт в Швейцарии сразу после этого. И надо было лететь с Америки в Швейцарию. И я решил, что этот, э, э, я за неделю, и мне э, сама конференция была в Техасе, но это неинтересно, мне было интересно типа в LA попасть. Поэтому я купил себе и жене билеты, э, ну или там поменял, я не помню, нам же эти билеты предоставили я уже не помню, как мы туда попали. В общем, мы за неделю до движа приехали в Лей и прикинь, на следующий день объявляют карантин и объявляют отмену этого фестиваля. И еще плюс ты попал на движ с Black Lives Matter, ты вы сейчас там был, когда Да, обитывался. да. То есть началось с того, что я попадаю туда и мне Зеленский говорит по телевизору, что чуваки все, которые за границей у вас осталось три дня чтобы вернуться и мы смотрим билеты с америки и чтобы за три дня успеть вернуться нам надо тупо выезжать завтра а мы вчера только приехали и плюс опять же надо покупать билет ну а ты выкупаешь если билеты покупать сегодня на завтра то они очень дорогие uh -huh. так так. То есть, типа, мне еще надо. Из -за покупать Америки там вообще дорого. Да, да, мне надо покупать очень дорогие билеты и завтра вылетать обратно в Украину. Потому что все отменилось, как только я прилетел в Америку. А у меня уже, типа, если я проплатил на неделю отель, понял, какие-то там. Ну. Так и взагалі настроился уже погулять и понял. Да, настроился. Я понимаю, что горят все мои брони, которые я забронировал, все сгорает. Плюс надо еще большую сумму денег, чтобы купить билеты, вернуться назад. А... И мы такие с женой подумали, кинули монетку такие, ладно. Горе оно все <laughs> огнем останемся здесь, а там как-то разберемся, по ходу <laughs> Ну в итоге я застрял на 4,5 месяца в Лос-Анджелесе. Я думаю, что ты не был уже расчарованный. В том. Да, вообще не был расчарованный <laughs> Да, 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 я очень впечатлился. Мне очень понравился. И э, круто, что знаешь, там, когда ты недельку как турист, это один-движ. А когда ты там прямо уже живешь 4 месяца, типа там ходишь в супермаркет ты на рынке, <laughs>, как бы э, где-то там пересекаешься с местными, общаешься. Мы еще в очень прикольном районе жили, где много всяких э, э, этих ну, типа нищих. Э, ну, не то э, мы жили, короче, в, на в улице. Венес, да, да, да. Короче, вокруг нас было кучу палаток, понял? Mm -hmm. Где живут вот ребята в палатках. Мы прям были в эпицентре этих палаток жили. Ну, мы жили не в палатке, но... Но и они все прикольные. Мы уже всех знали. Этот на барабанах по утрам играет. Этот, типа, в 6 утра уже с косячком всегда сидит. Этот, типа, на скейте катается. Мы там с ними здоровались постоянно, с этими ребятами. То есть, я люблю такую, типа, движуху. Мы вообще с женой очень часто, если куда-то за границу то мы любим селиться в гетто, понял, в каком-то mm -hmm. прямо утырочном районе, потому что у нас бывало такое, что мы селились в некоторых странах там, где прямо при нас там типы с ножами э, выясняли отношения, ну э, просто знаешь, в таком типа стрёмном районе можно почувствовать реальную жизнь, mm -hmm. э, то, кто, ну чем дышит вообще этот город, э, вот и Uh, поэтому, ну, в это, конечно, не далеко не гетто, но там есть просто типа кусочки, где uh, вот живут ребята в палатках, и это прикольная атмосфера. Uh, да, но ну в целом типа мне вообще понравилась открытость американцев. Ну прикинь, я сижу там пишу какие-то биты и у меня как бы я на втором этаже жил uh, и если проходить мимо на улице, то видно с окна, что чем я занимаюсь, да, потому что нету шторы. Uh, проходит какой-то там черный тип такой, эй, мэн, а чем ты занимаешься? Ты что, музыку пишешь? Я говорю, да. Он говорит, класс, а я пою, давай делать треки вместе. Uh -huh. <laughs> Понимаешь, какой коннект? Я говорю, вау, давай. И он мне диктует свой номер телефона, и, к сожалению, мой плохой английский э, не позволил правильно расслышать его uh -huh. акцент. Uh -huh. и, и я, я какую-то цифру ошибся, и потом я звонил, да, и я неправильно записал его номер, к сожалению. Uh -huh. Но я там чуть-чуть походил по студиям, там встретился с одним кинопродюсером. А, артестив, крутых, крутых нет. Но я, допустим, там ехал с таксисткой, у которой сын, она тоже, она говорила по-русски, по-моему, с Украины. Она, да, когда-то, но она лет 15 назад переехала. А у нее сын, его лучший друг, это, это как же его, Янтаг. Ага. А, вот, э, да И э, я вот так Через рукопожатие знал, что Эта стенка решит, но ну, прям у меня не получилось К сожалению, просто все Были на карантине, я много с кем пытался Встретиться, если честно, но но я там я какие-то навел коннекты э, с э, какими-то микролейблами с одним видеопродакшн, точнее, с э, продюсерским центром, который выпускает фильмы. Я не знаю, как это правильно сказать. С киностудией, Кино что ли? Ну, да. да, да, да. Мы, мы общались о том, что выпустить на Netflix документальный фильм про Алену и Вау. до сих пор общаемся. Вот это серьезно дуже. Ну, короче, какие-то минимальные коннекты я там нарулил. Но вот я планирую в следующем году еще раз поехать и до до доделать до, до их. Но знаешь, я, я понял пару штук прикольных. Первое. Я понял, что артист, который пою, э, украинский артист, поющий на английском языке, шансов у него выстрелить в Америке практически нет. Mm -hmm. э, как многие думают. Помнишь, как и Ваня Дорн ездил, хотел mm -hmm. Грэмми взять. No. Ну у меня сложилось такое впечатление, как бы после всего того, что я услышал, после тех встреч, которые я провел с некоторыми звукорежиссерами, аранжировщиками, знаешь почему? Потому что, во-первых, реально наш постсоветский акцент им не нравится и он плохо воспринимается. То есть есть некоторые виды акцента, которые они прикольно воспринимают. А, Но ну вот наш акцент вообще им не залетает. А он, он может залететь только если он используется как сюр, понял? Как, как Little Big или как Google Bordello, mm -hmm, mm -hmm. понял? Как такая, типа, посмешище немножко, когда специально с ярко выраженным акцентом говорят, как Томми Кэш, допустим. А, типа Ягобузский а тоже. Да, да, да. А если на серьезке наши пытаются петь на английском, то вообще ребята это не выкупают, им это не нравится. Это, знаешь, мне рассказал сам продюсер группы «Горчица», а, они сделали когда-то микроальбом. Типа, ну это была группа, она когда-то была популярна в Украине. Они на английском пели. Он он подумал, у них все тут так несется. Поеду-ка я в Америку приехал, там связался с клевыми продюсерами, приносит эти песни. Они слушают. Говорят: Слушай, круто, блин, это интересное музло. Говорит: А на каком это языке? На румынском. А это было на английском. Вот. То есть они они не выкупают. Ну и плюс, знаешь, в чем проблема нашей страны? В том, что у нас на английском языке не общаются, как в других странах Европы. Он не является вторым языком. Понимаешь? Uh, вот допустим, почему там британская, не, ну британская, понятно, но какая-то даже французская музыка на английском языке или немецкая, она имеет uh, шансы выстрелить, потому что, типа, uh, там немцы, и французы, они свободно Багато знают английский. Да, да, и там, в принципе, свободно общаются на английском. У нас все-таки не сильно свободно еще общаются на английском, и у нас это далеко не второй язык. Вот, и, и поэтому у нас словарный запас у артистов и сами речевые обороты они очень скудные, поэтому я понял, потому что у меня я грел когда-то надежды сделать какой-то интернациональный проект с украинцами, понял? Я понял, что все, вот надо на этой идее поставить точку, но у меня до сих пор есть желание сделать интернациональный проект, только я хочу, я хочу сделать сольный альбом как саундпродюсер, да, продюсер но при этом чтобы там залетали американцы и пели потому что то есть я понимаю что ну я даже один трек там создал в америке а, а, то есть я думаю у украинцев есть шансы типа пробиться на американский рынок только у саундпродюсеров продюсеров то есть условно говоря если какой то некий там появится дипло или Скриликс с каким то своим стайлом который типа у которого на, фитах американские артисты, то шансы тогда есть. Ну и вот, я, я, тебе честно скажу, мы пару таких проектов делаем. Нам интересно чисто попробовать. Псючий может залечить. <laughs> Все одно не зрозуміло и украинскую, как он читает в целом, без субтитров. Тому... Псючи может стать нормальным американцем <laughs> чисто на вальбе выехать. А еще а, а другая ремарка, Настя Визьма. Я, я тоже хотел за ней спитати. Ваня, что ты думаешь про неї? Каменских. А про Каменских? А... Ну, она же там, в нашу испанскую публику там вже... да, Вон, да, уже... Да, да, смотри, я думаю, что а, у, у них очень хороший менеджмент, что они ее туда вывели. Это очень непростая задача. И... Мне просто эта музыка не близка, но я, типа, я горжусь, что ребята вот придумали, как это сделать. Как попасть на а, латиноамериканский рынок, это прям круто. Красавцы. А взагалі, ты знакомы с потапом? Какие у вас тусунки, Очень интересно. Очень поверхневи. Я думаю, мы там в жизни 2-3 раза здоровались, И еще в формате, когда не было лейбла а, вот то есть э, как-то я пересекался я же часто работаю с разными артистами, там раньше работал по крайней мере, вот и да, пересекался, ну так то есть мы знаем о существовании друг друга но никогда близко не общались Нема, нема между вами заочного какого конфликту щоб як бы новыйвин старый рэп Ну Україн ну, Я думаю що мы вообще никак не пересекаемсячи у нас наших uh -huh. то что мы делаем мы делаем на абсолютно разную публику э у нас абсолютно разный подход ко всему э Да не, я не думаю. Я смотрел его подкаст, он вроде респектовал, казав, что Калуш, ну, что ему подобається новая музыка в Украине. Ну да, да, он, он Алене много там респектов сказал. Он же фит предлагал Алене когда-то, да. Вот, и еще там какие-то штуки. Вот, Ну, Алена не захотела, то есть у нее есть свои какие-то взгляды на это. Есть, стоп. Ага. Сергей, есть какие-то вопросы, что... Нет, я хочу сказать, что тебе в комментах засруч, что ты сказал, что Потап рэп Ну ничего, що хай, рэп. Хай Як, якби Я, Если бы я переживал, что меня кто-то я бы ничего не делал <laughs> да, і... про, 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 Просто попереду ну, Смотри, я скажу, что мы тоже метим Вот на... мы с Аленой хотим попробовать на мексиканский рынок а Мы сейчас у нас, ну короче, у нас будет много коллабов с мексиканцами Uh, и uh, мы просто закорешились с, там с самым крупным хип-хоп лейблом Мексики, так как-то сложилось. И мы сейчас с ними делаем и с Калышем и соленой Калабы и, и нам тоже интересно попробовать. Я до конца не понимаю, как это работает, еще, но разберусь. О, слушай, можно я тебе задам? Я спрашивал а, у неформата, он... он. Я чувствую, что про, -про, про про рэп твой, расскажи нам. Що, ну, як всі, роблю реп давно, вже з років 15. А ну, ти його викладаєш але... дете? Але він в основному в стол, і я... ми ось виклали нещодавно альбомчик наш потестувати, щоб люди послухали, зрозуміти, подобається їм, чи не подобається таке. Він називається ніколи не здогадаєшся, він називається Underground. Wow. И он полностью передає. Ну, это Greenhouse Underground на SoundCloud и на стримингах всех можно. Greenhouse знать, Underground. Вот видишь, yeah. ты формат, даже ты не знал. Greenhouse а, а Underground. А это типа у тебя группа какая-то, да? Двое их. О, це дуже довга історія. В нас був бутенг, дуже велике крю таке. Ми писали спочатку в підвалах, потім писали на хатах, потім писали в гаражі, потім зробили а студію, звідки ви потім взагалі? другу студію. В Київі, а так все, київський двір? Да? Але ми всі з регіонів. ми всі з регіонів, Я ж сам з Криму, потім довгий час жив в Кривому Розі, а потім в Києві. Так ти мені казав, що ти з Закарпаття. Це в мене коріння Закарпатське. Uh -huh. Дідусі і бабуся, вони в мене. не Закарпатське, а карпатське. Uh -huh. Вони гуцули. Що ти в мене. не знаходить Greenhouse Underground? Ти розводиш мене? или. Або... Так то ж undю. <laughs> Туди <Тодись>, треба <laughs> шукати на вулиці, поняв. А ти помилок не зробив в словах Greenhouse і да, Underground? Ні. Не зробив. Так Тут есть какой-то бразильский гринхаус. Гринхаус GV. И у него... Шукай, там такой черно-зеленый ну, грин. Зеленые литеры на черном. Ну, если тоні. что, скинешь мне ссылку? Так, я скину, скину тебе. И ты на украинском языке читаешь? Ось, ну, Ні, ні, це російською. Я ж російськомовний, російськомовна людина, яка переходить на українську А ти серйозно? Мову. Ти читаєш російськомовний реп? Російськомовний, але зараз в мене вже на мастері там десь 20-30 треків українських. О, клас, це. <laughs> <laughs> ні, чо я просто їх дивись, я їх не випускаю, тому що ну я страждаю перфекціонізмом. Mm. Тобто, оце хвороба кожної людини. Я, до речі, сьогодні хотів про це трошки сказати: що взагалі сьогодні, ось всесвіт, всесвіт нам кричить просто у вуха. Що чуваки, перфекціонізм це повна хуйня. Він через TikTok кричить через, через сучасний реп. Реально, через сучасний реп він просто ну ось вам кричить, і ти сьогодні просто ще й пост е, написав про те, що потрібно ви викладати е, ті кож кожен тиждень. Е, і це ти ж не з космосу взяв. Насправді, якщо зайти на там, наприклад, на якісь канали е, американські, і там фрешмени, вони дійсно випускають відоси. летний кожен каждый день. Там даже Snoop Dogg выпускает ну, дуже багато Да, это mm -hmm. все почти фрешмены так сейчас выпускают. Это, это прям, ну прикинь, на одной из самых больших конференций в мире говорят, что правильный сейчас подход к выпуску синглов в 2020 году это один сингл в неделю. Это говорят на мидами, mm -hmm. где там топовые просто менеджеры всех артистов собираются э, на последнем говорили. Просто не помню, кто из менеджеров, но это точно было озвучено, и тогда эта инфа нас очень впечатлила. Вот. Я не думаю, что в Украине прям надо так. У них тоже есть обусловленные, как бы, почему они так делают, потому что у них очень большая конкуренция в рэпе в Америке, ну, прикинь. И тебе, чтобы быть замеченным, надо хотя бы раз в неделю что-то делать, чтобы, типа, тебя слушали. Тут же в Украине, конечно, чуть-чуть по-другому все. Поэтому прям в таком количестве, я думаю, пока что нет надобности. Но в целом мир движется к этому, и это надо осознавать, а не делать подход, как раньше, там, пять песен в год, знаешь. А, слушай ну прикольно я понял так ты, ты, ты еще и рэпер видишь все рэперы я тебе более того скажу что я сам пишу в тумбочку какие то штуки и тоже скажу что да пишу чаще на русском языке ну много лет я не могу не писать это привычка она остается я пытался тоже на украинском написать но у меня что то на украинском плохо получается из за того наверное что я в жизни говорю на русском языке и я пытался то все, все, что у меня в тумбочке лежит, оно тоже русскоязычное. Ну, у меня такая проблема, что я просто... <coughs> Мне больше подобается процесс, чем результат. Тому я ну, пишу биты, и, с... и у меня приблизно, я нещодавно підрахував десь на диску півтори тысячи битов. <laughs> Они все не, не завершены просто. У меня, у меня примерно и... столько же. Я тоже, я пишу... Така ж така ж то ріми пішов біти да просто, просто мені подобається процес створення. А ось доробляти до кінця, і в мене так і по життю. Я нічого не можу нормально до кінця доробити, тому я запускаю постійно челенджі оці е, топ 100 для того, щоб Дойти до 100. вміти добігти. Так, бігаю спеціально марафони, але ось в репі мені це не допомагає. Я просто зі скрежетом доробляю оці треки, тому що я там починаю зводити трек і переробив, і вже 10 нових треків з цього треку виходить. <реш> така історія. <реш> Блін, я тебе очень розумію, у мене. все практически то же самое, что касается каких-то своих там демок, очень похожая история. Это уже какая-то такая штука, ты уже не можешь просто не писать, оно уже настолько становится, типа, частью тебя, что ты... Вот. Ну, ось я не розумію чуваків, які кажуть, ну, все, я с репом зав'язав, я більш... Значит, ты ніколи репером не був, то тебе тобі реп ніколи нормально не подобався, це была просто кон'юктура. Неможливо зав'язати с хип хопом в общем, ну, это будет просто до конца жизни. Ну, как можно, в я просто... тебя Звучит завязати... оно так, да, немножко как девиз 18-летний, да, но я с тобой согласен, так. потому что мне 33, у меня та же история. Я как бы, э, как писал какие-то биты, какие-то демки 15 лет назад, так пишу их и сейчас. К сожалению, просто сейчас у меня на это времени гораздо меньше и у меня даже там моя жена знает что это моя боль <с> <с> что мне иногда <с> не, не хватает времени на какое-то собственное творчество и, и я иногда там такие микро какие ну депрессиям это сложно назвать ну какую-то микрогрустинку ловлю на, э, на это что просто у меня много э, синтезаторов драм машин сэмплеров я фанат всякого железа Uh, и у меня бывает такое, что я куплю новый синтезатор, а успел за год на нем там один трек написать. <laughs> Син синтезаторы это прикольно, это це... <clears throat> колись в 10 я бы просто ну падал бы в обморок. <laughs> А, непритомні. Не Чому? <laughs> Якби там зайшов. Ну, е, знаєш, в мене була мрія, щоб в мене, е, з дитинства така. Е, щоб в мене був АК МПС. А так як він ну, ко коштує не копійки і коштував не копійки. А для мене, як для чувака, ну, там, де там, 20 гривень вже пішов, е, на, там всередині нульових. Е, Акай це була просто недосяжна якась штука. ось, Потім, коли мені там подарували МПК, ага, ай, да. це, фу, я з ним носився туди-сюди. ну, Це не МПК. Але там були пади, на які ну, я. 에, розраховував, і я викупив, що вони мені не знадобилися. Просто Fruity Loops настільки сильно вже все зарішали, що ну у мене просто міді клавіатура для того, щоб якісь мел мелодії і баси прописувати. А... так в целом весь продакшн в мене зводиться до... я взагалі дуже на, не аналогова людина і не розумію аналогових людей, ось людей, які люблять паперові книжки. Вот, это про меня. я слушаю пластинки, я музику слушаю на виниле читаю паперові книжки і пишу музику на аналогових синтезаторах. Это... Ти ну, как якраз спілкуєшся з аналоговою людиною. У нас там, коротше, на, на SoundCloud я закинув три в'ю і вже закінчились ну як там мегабайти чи час, поняв, треба купляти А до речі, от ти професіонал, чи знаєш ти, чи, якщо на SoundCloud купити ПРО ага. підписку, чи е, Ну ми зможемо закидувати скільки хочеш подкастів, але чи. Якщо ми відмінимо підписку, потім чи вони видаляться звідти, чи залишаться, не знаю. Не знаю, слушай, хитрий mm -hmm. вопрос. Этот, не знаю, треба читати. Mm -hmm. Мені здається, вони залишаться, тому що в мене SoundCloud. Е е са я туди заливав альбоми, е дуже багато залив альбомів е ну, реперів е з хіп-хоп ком'юатом. Mm -hmm. І потім щось мені SoundCloud матюкнувся. Сказав, що треба купити підписку, я не купив. В мене там, здається, про пробний тоді період якийсь був. А, і вони всі лишилось... залишились, так? Да? Так, вони лишились. Але я потім їх знову повидаляв і нові завантажив. Мені, мені цікаво було би спитати про Сандру. Що це за дівчина? Хто така Сандра, Сергій? Это, да это девочка, которая была когда-то причастна к группе Сальто назад. Ну, слушай, я с Андрой не общался года три, наверное, поэтому сейчас я не знаю, что вообще. Э, как он. Ну, Сандра это была девочка, э, которая э, в группе Сальто назад. Э, ну, она, да, она танцевала, она рисовала, это был такой арт-персонаж, знаешь, вот, то есть она не пела в группе, но она, типа, все время была с группой, то есть первая ее главная роль была это танцы, но она еще рисует и там делает всякие арт-то есть. Ее нам приколол когда-то Фейм, сказал, потому что она из мира хип-хопа, она много лет танцевала хип-хоп, она хорошо разбирается в хип-хопе, она вообще из хип-хоп тусовки, из брейкинга, и мы тогда просто плотно танц... тусовались с Феймом, дэнда -фанком, с вот собственно они подтянули и Сандру, и как-то так она там плавно попала в группу сальто назад на какой-то период, а потом также плавно оттуда и выпала. И еще про одного персонажа вот. мы уже пошли по, я про Джерри хочу спытать. Where is the Jerry? Меня... Ага. Так. Мне якось удалось, что он не реализовался. Так и есть? Классный чувак, да, согласен. Да, мы с ним немножко работали, потом перестали. Смотри, на самом деле времена рукодила это очень крутые времена. Это так... Я как-то напишу об этом тоже пост отдельный, у меня есть это в заметках. У меня есть заметки о чем я хочу написать статьи. И там есть это. То есть рукодила это было, когда вот ряд энтузиазмов, ребят, без денег, без понимания, как вообще что-то делать, мы собрались и решили творить новую музыкальную историю Украины. Вот так, так амбициозно мы захотели это делать. Мы, как бы, там на самом деле, там изначально Юра Бардаш тоже должен был быть в тусовке, вроде как, потому что я тогда с ним работал, и у нас была идея это вместе замутить, но он как-то откололся, то есть он не был причастен к тусовке. Uh, вот. И uh, мы uh, uh, просто набрали талантливых ребят, которые нам нравятся. Вэри зе Джерри, Дэндофан, Гурт О, Сальто назад, Сыр тогда был как сольный проект. Просто собрали всех, лауджи uh, изначально с нами тоже начинал uh, Все, кто нас прет и замутили лейбл, хотя это все были наши друзья, в принципе друзья или там знакомые, с кем мы плотно общались. Я возглавлял этот лейбл, но было там у нас четыре столпа этого лейбла. Как бы делалось это изначально все за мои деньги, то есть я какое-то время копил, я несколько лет копил деньги, чтобы это сделать, работая просто сам продюсером и Моих денег хватило на то, чтобы там за несколько месяцев просто всем артистам снять по клипу и сделать по несколько синглов. И мы просто это выложили в интернет. Мы не понимали, как с этим работать. Мы только всему учились, знаешь. И э, что произошло? Деньги все закончились. А, а знаешь, а офис мы сделали из моей квартиры. Мы просто переставили стен, э, кра, э, покрасили. Стен. Стены в одной из комнат сделали, но ну, это съемная квартира, студию. А, завезли туда там пару столов, как офисные. Это была такая штаб-квартира, где все тусовались, записывали песни. Но там такой несся движ просто с утра до вечера просто там типа там 15-20 человек это стабильно там было ночевали в спальных мешках на карематах но это очень было прикольное время и мы вот просто хотели что-то сделать наша цель была это создать новую украинскую музыку и мы мы учились на ошибках знаешь и все эти проекты в принципе The Jerry, гурт о там дендафан это все были неуспешные проекты потому что больше чем просто сделать там по клипу мы не знали что плюс еще ребята это тоже, знаешь, с каждым были какие-то свои нюансы, не хочу их рассказывать, типа. Вот. И э, но это дало мне, допустим, супер большой опыт. Я на, на этом всем научился. Чего делать нельзя, какие ошибки, какие ошибки в сотрудничестве с артистами. А, у нас же еще была философия, что в этом лейбле не существует контрактов. Поэтому и рукодилля. Все на рукопожатиях. То есть все договоренности были на рукопожатиях, и все были договоренности на равных долях между всеми. Ну, то есть это такое утопическая какая-то была идея лейбла. Вот. Но а, я очень прикольно научился. Типа, да, я просрал все Деньги. Я мог там, я мог тогда в принципе за эти деньги купить себе квартиру. Почему я до сих пор живу в съемных у меня нет собственного жилья, вот, но я очень рад, что я просто это потратил э, в, э, на этих музыкантов эти деньги. Я рад, что э, э, я дал хоть немножко украинской музыке каких-то треков и клипов самобытных, эстетских, абсолютно не привязанных ни к каким форматам, э, и мы получили невероятный опыт. То есть мы просто. Научились, как сотрудничать с артистами, какие ошибки в при продакшене клипов, при продвижении клипов, в пиаре. То есть мы, знаешь, пока это выпускали, мы очень во многом разобрались. И я уже решил, что если я буду делать опять что-то, то уже без всех этих ошибок. И вот, собственно, с Аленой, когда мы законнектились, это вот был такой у нас рестарт, когда мы перезагрузили всю нашу команду и опять начали. И вот уже у нас все и получилось, потому что не было бы Верри Заджерри и остальных проектов, мы бы не научились, мы бы не набили шишки. Uh, ну, я хочу добавить, что ты там сказал, что они неуспешные. Не Гурт О, первый альбом, uh, мне кажется, достаточно успешный. Ну, Нет, я имею в виду успешный с точки зрения количества концертов и э, с... Э, ну, у как бы принято говорить успешным на артиста, это если артист с помощью своей музыки может как минимум себя содержать, да, и, ну, это, это, опять же, это все очень дискутивный такой вопрос, то есть можно обсуждать, что такое успешность, я в этом контексте говорил, то есть на тот момент у нас не получилось сделать, нет, Немножко успешным был группа Сальто назад, у них действительно был там достаточно в какой-то период много концертов, какой-то тур мы даже небольшой проехали, и даже была коллаборация с Кейстаром, типа совместный тур небольшой. То есть на тот момент это для нас был уже успех. И Калип набрал там больше миллиона просмотров, ничего с ним не делая, просто выложили на YouTube вообще ничего абсолютно не вмию. То есть ни, одного, ни одной гривны, ни в какое продвижение, ничего. Чем можно зараз что-то так стрельно, ты что думаешь? Э -э ну, во-первых, на, на чем стоит, что этот миллион набрался за несколько лет. Не в Мию, он через, ну, там просто девчонка была, и тому он и набрал столько. Я помню, я раз там 20 его подивился. я думаю, что... Какая девчонка? Ну, Сандра. Да. Про ага, ага, она крутая, я дивился, дивился. Да, Из да, авторов. да, она крутая, да, да. До речи, я, я придумал видео клипу и мы тоже там очень там на бомжах его снимали, договаривались с этим ангаром, они хотели с нас денег, мы попросили, пожалуйста, дайте нам ангар бесплатно, а мы для вас снимем рекламу. И мы потом снимали для них рекламный ролик. Что, чтобы они за это нам дали возможность сняться в их ангаре. Ну, вот мы тогда все так хаслили. Это очень прикольный период. Вот, а, а типа по поводу... Чеможи астральную тут... можно вот так просто выложить в YouTube, и оно понесется... Mm -hmm. Ну, раз в миллион случаев такое бывает. Бывает, что и в ТикТок вот эти пацаны из Днепропетровска, которые что-то там. Та -та -та -та, я ракета, ракета. Да, 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 а -а -а. да. Они же тоже, это тоже вообще не продуманная никакая штука. Видишь, периодически да, конечно, такое всегда в мире случается, но на это никогда не надо надеяться и рассчитывать. Потому что это случаи раз в миллион. Понимаешь. Это вот такие, как бы, искорки. Ну, типа, когда артист исключительно на это рассчитывает, мне кажется. Это как рассчитывать выиграть в лотерею, понимаешь? Вот. То есть ты говоришь, все, я ставлю все на кон, я теперь буду всю жизнь работать на то, чтобы выиграть в лотерею. Ну, может, если у тебя такая цель, не знаю, но, но мне кажется, что все-таки есть смысл делать это более продуманно и э, не рассчитывать на чудо, а рассчитывать на какую-то мудрую стратегию. А, ну, стратегии типа, есть масса. То есть, если вопрос в том, можно ли без большого количества денег, э, типа, стать популярным артистом, я до сих пор уверен, что да. Просто все зависит от уровня таланта, уровня креативности маркетинга, понимаешь? На самом деле, мы когда там. Ну, у нас было мало денег, когда мы проект Алена Алена вместе с Аленой делали. То есть мы тоже все хаслили. Это все друзья снимали клипы, типа друзья там писали продакшн и так далее. Понятно, что какой-то, какой-то там деньги были, которые. Но, но это минимальные деньги, которые в основном зарабатывала наша студия продакшена, которая уже существует у меня очень много лет. А правда, что Дельта Артур за камеру снял вам клип рыбки? Не, не правда. За деньги снял. Ну, Добро. я... Це, це просто я чув так, что... Да, вы, я, я, я столько всего чув, чувак. <laughs> От, про нас... Ну, ну, кліп Дельта Артур, до речі, про нього можна. Взагалі, якийсь, звідки він спустився з небес зі своїм баченням цих кліпів. Я навіть не бачив таких прям. Я можу розказати, трохи, як бачив, я його знайшов. Бу... На TheFlow mm -hmm. когда-то mm -hmm. виложили. Я просто люблю моніторити и находити каких-то вообще типа типов, які в самом начале. своего какого-то творческого пути. Я считаю, что когда ты еще не испорчен там заказами коммерческими, когда ты такой свеж, молод, супер креативный, это самое прикольное время для творчества. А, вот и а, я увидел клип Фотоны, которые выложили на The Flow и написали, что это типа клип Николаевского чувака. Я думаю, блин, прикол, у нас в Николаеве есть какой-то прикольный чувачок, который делает вот что-то чуть-чуть не как все в Украине. И я с, того, с момента этого на него подписался. У меня там вообще было там три подписчика, условно говоря, и просто следил. И он делал какие-то чисто для себя работы, которые там набирали по тысяче просмотров. Но мне так понравился его стайл, что вот когда мы с Аленой решили делать клипы, я Алене предложил его в качестве клипмейкера. Я даже не знаю, он, мне кажется, он тогда никому не снимал клипы вообще, кроме себя. А монтировал иногда на заказ на каких-то стоков по 50 долларов за клип. Вот, и я этот, да, мы при... я помню, как я приехал к нему в гости и Предложил ему ворваться в движ. Ему так понравилась идея, что Алена это какая-то учительница из села. Он говорит: о, это огонь. Говорит: одеваем ее в купальник, садим на мотоцикл на, на Днепре. Клип готов. Мы поржали, но так и сделали.